Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, канале, на котором, если рулетка появилась, то вы можете смотреть обзор на нее у меня и, соответственно, принимать решение, крутить ли ее до конца, крутить ли ее вообще и стоит ли оно того. Хотите ничего не пропускать, обязательно подписывайтесь на канал. Ну а в данном видео, ребята, заценим с вами рулетку «Базарный день», в которой можно получить себе целых 4 открывашки. Я думаю, вы знаете, что такое эти открывашки, зачем они нужны, но на всякий случай обозначим. Открывашки нужны для того, чтобы открывать вот эти бочки с вероятностью в сколько-то там процентов. Можно забрать себе ломик, ну и, соответственно, этим ломиком открыть себе гаражик, а в гаражике, опять-таки, попытаться, точно так же, как и в бочке, забрать одну из этих машин, но плюс к тому получить голдишки и всяких других вкусностей. Короче говоря, тема интересная, но очень дорогая, если считать в реальных деньгах. Но разработчики не пожадничали, дали возможность один раз эту бочку открыть за счет подарочного ключка по открывашке, ну и в этой рулетке, проскочил, ребят, сорянчик, в этой рулетке предложили еще забрать 4. Общая стоимость рулетки составляет 25 550 голды. И что самое интересное, что начиная с вот этого шестого прокрута, каждый последующий стоит ровно 1600 золотом. Поэтому, слава богу, посчитать было несложно. В отношении того, что здесь есть помимо открывашек, действительно очень вкусно и интересно, особенно если вам повезет. Ну, во-первых, стоит отметить, что здесь есть контейнеры могильщика, которые есть сейчас в ивенте на могильщика, и из этих контейнеров можете забрать себе не только саму могилу, но еще крушителя, шипа мародера, но в моем случае самое жирное — это уничтожитель, который у меня отсутствует. Плюс к тому стоит отметить, что открывая вот эти контейнеры из рулетки, вы забираете себе гарантом талисман на могильщика, и если вы в игровом событии, в ивенте на могильщика, эти контейнеры тоже открываете, то эти талисманы суммируются, ну и таким образом вы все ближе и ближе к тому, чтобы собрать могильщика из 20 этих талисманов, ну и, соответственно, сертификат на него обменять на сам танк. Стоит также отметить, что здесь есть очень, ну очень жирный контейнер, правда, всего лишь 2 раза он выпадет по одной штучке на самого уничтожителя, что меня очень сильно интересует, с вероятностью 4% могу забрать себе данную тачку. Плюс к тому можно забрать тем, у кого крушителя нет, крушителя из контейнера на крушака, и здесь вероятность 3%, что меня, честно говоря, удивило, что на крушака процент выпадения ниже, нежели на уничтожителя, ну в пределах этих контейнеров. Ну что, ребят, я-то иду точно ва-банк, точно буду крутить, мне нужны открывашки, мне обязательно нужен костолом, ну и, понятное дело, по возможности хотелось бы по пути, так сказать, забрать себе уничтожителя. Хотя сомневаюсь, что и то, и другое у меня получится, но мне бы очень дико хотелось все-таки забрать себе костолома как минимум. Едем дальше. Крутим. Как этот контейнер самостоятельно открылся, я, честно говоря, не совсем понял сейчас. Почему так произошло? Видать, какой-то глючок присутствует, либо на серваках сильно большой перегруз из-за большого количества желающих покрутить рулетку, забрать себе подарок, ну и посмотреть, что там в этом событии происходит. Песочные контейнеры. Положили их сюда чисто для того, чтобы ими затянуть процент выпадения чего-то. Не знаю, насколько актуальны песочные контейнеры в данной рулетке, исходя из тематики самой рулетки, исходя из тематики событий, которые происходят в игре. Ну, положили, да и положили. Мало ли, может, еще гризли себе сейчас заберу. Хотя, опять-таки, как и со всеми другими танками, очень сильно я в этом сомневаюсь. Не дается мне гризли, более 450 контейнеров открыто, но, к сожалению, гризли в ангар так и не приземлился. Хотя, особой ценностью в игре он не является. Едем дальше. 800 голды. Опять какой-то контейнер, какой непонятно, что происходит, сам как-то открывается. Я так понимаю, что это на могильщика контейнеры. Ну и вот мы пришли к прокрутам на 1600. Опять слетело, блин. Разработчики, у вас глюки. Открываем за 1600. Если сразу открывается контейнер, значит, выпал контейнер. Я не управляю сейчас этим всем. Песочные решили так мне не открывать, хотя могли быстренько сделать показ наград сразу из 5 контейнеров, не открывая каждый по отдельности. Ну где же? Где же открывашки? Мне нужны открывашечки. Открывашечки и костоломчик. Все. С песочными закрыли тему, едем дальше. Еще 1600.
Параллельно с тем, как открываю рулетку, хочу вам поблагодарить от всей души всех спонсоров канала, всех, кто отправлял и отправляет подарки через игровой магазин с голдишкой на то, чтобы я мог создавать все новый и новый контент, всех тех ребят, которые присылают донаты, как на прямых трансляциях, так и минуя прямые трансляции. Ребятки, спасибо вам большое, если бы не вы, канал бы явно не существовал в том формате и в том виде, в котором он сейчас существует. Спасибо вам огромное. Такс, забрали, едем дальше. Крушака нет, ну у меня крушак есть, но компенсация голдой не помешала бы. Еще песочные контейнеры, да что ж ты поделаешь с этими песочными контейнерами? Когда уже будет контейнер на уничтожителя? Когда уже пойдут открывашки в конце концов? Но, родимая, ну дай хотя бы тогда на песочный танчик сертификат. Нет, жмотишься, а вот он лежит. Что у нас по шансам? Контейнер на крушака, неполные 3%, на уничтожителя 5,5%, контейнер с могильщиком целых 55%, скорее всего он сейчас сыпаться и будет, сертификат в песочницу 27 с копейками процентов, огнегарпун, вау, 2,72, а вот в отношении открывашек здесь... Процент выпадения одного, ну, одного слота с одним, точнее, с одной открывашечкой больше, чем на огнегарпун, а на три немножечко меньше. Ну, посмотрим, что сейчас будет. Я думаю, что сейчас будет явно на могильщика, потом, скорее всего, будет сертификат в песочницу. Нет, есть открывашка. Забираем первую. Контейнер на могилу. Давай, выдавай. Ничего не дал, жадина. Еще 1600, еще контейнер на могильщик. Я же говорил, сейчас будет сыпать на могилу, только так. Все, могила закончилась. Теперь у нас впереди все самое интересное. Два контейнера на уничтожителя. Песочный сертификат. Дай, гризли, не будь жадиной. Пожалуйста. Т-40-й. Какой ужас, он у меня был. Получи компенсацию золотом. Я хотел гризли. Я хочу гризли. Едем дальше. Ну, давай. Ну, дай мне крушителя. Дай мне золото, я не знаю, там какого-нибудь. Все, на этом до свидания. Забираем. 1600. Контейнер с уничтожителем. Вот это интересно. Дай боженька мне сил пережить этот момент. Талисман на уничтожителя, еще 29 таких надо. Какая досада. Еще 1600. Ну прям уходит в никуда. В никуда голда уходит по факту. Но это мы еще открывашками не играли. Сейчас еще открывашечками поиграемся. Не зря же мы их забирали отсюда, правильно? Уничтожитель. Второй мой шанс. Да! Стоило оно того, блин, зараза, стоило! Знал, что, блин, повезет. Есть уничтожитель в ангаре. Фух, вот это меня сейчас пробило. Ёшки-матрёшки, 1600. Да дальше, короче, можно уже крутить, оно все равно мне окупилось, все. Есть еще открывашки, огнегарпун за 1600 забирать не буду, не нужен он мне, не нужен мне этот огнегарпун за 1600, блин, вот это везение, вот это, друзья мои, везение. Ну что, как обещал, давайте, я насобирал из рулетки вот этих вот открывашек 5 штук, и плюс к тому я получил еще одну в подарок, я могу открыть 5 вот этих бочек, и давайте посмотрим, что будет. С рулетки уничтожителя уже забрал, крушак у меня есть, осталось только забрать себе все-таки костолома. Поехали, друзья, давайте будем открывать. Рулеточка удалась для меня, вот рулетка для меня удалась на все 200. Что тут у нас? 500 голды, 5 карточек и 20 пуговиц. Забираем. Еще одно открытие. Давай ломик мне. Давай мне ломик или давай мне костолома. Еще 500 золотом. Следующее. 5%, кстати, на костолома. Самый высокий процент, как в бочке, если я не ошибаюсь. Ну, в гараже точно. Здесь у костолома шанс 1%. А вот если будете открывать себе вот этот вот...
господи, гаражик металлический, то здесь вероятность выпадения костолома целых 5%. Я дико хочу себе эту машину. Я знаю, что это за танк, именно поэтому я его очень сильно хочу. Напишите, кстати, в комментариях, смотрели ли вы обзор мой на данную тачку и как вам машина. Нравится или не нравится, подходит, не подходит, хотели бы себе или нет. Слушайте, выпадает голдишка гарантом, это очень хорошо, по 500 золота, но, блин, последняя бочка, но, давай, нет костолома, блин, и нет лома, мне еще необходимо 4 бочки открыть для того, чтобы ломик взять и увеличить свои шансы с 1 до 5% на костоломчика. Но безумно хотелось бы все-таки это сделать. Приходите вечером на прямую трансляцию, вместе поиграем, пообщаемся, все это дело обсудим. Ну и, соответственно, выкачу обязательно из ангара вот это вот новое приобретение, а именно уничтожителя. Я пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.